Щоб були самі умні. Розумні. Щоб були безсмертні. Щоб були веселі завжди. Щоб їм давали гарну зарплату. Перейдя к власти, партия регионов начала с того, что сделала выплаты зарплат учителям своевременными, а затем начала планомерно повышать их. В 2012 году оклады увеличивались 4 раза. Кілька разів відбувалось підвищення заробітної плати вчителів. На сьогоднішній день заробітна плата наша, за офіційними даними Міністерства фінансів, вже майже сягає 3000 гривень на місяць. Таку суму нельзя назвать большой, но это значительно больше, чем было до 2010 года. К тому же повышение зарплаты – процесс постоянный и стабильный. Об этом говорят сами учителя. Ну, поступают к нам индексации, поступают к нам доплаты, они небольшие, вот, но мы их имеем на данное время. Ну, эти, например, надбавки 20% надбавляют, то их надбавляют. Есть надбавка, статья 57, которая передбачивает доплата учителям, как бы по премия такая, да, по окладу до дня учителя. Первое повышение зарплат учителям в 2013 году произошло 1 января. С тех пор средний рост зарплат работникам образования составил 20%. Правда, тема вознаграждения за обучение детей не самая популярная в школе. Учитель по-прежнему определяется любовью к детям. Энтузиасты, знаете, есть люди от природы учителя. То есть им хочется, они могут, они одаренные, они талантливые. Я люблю свою профессию, вот, люблю творить с детьми. Люблю отдавать им свою душу и сердце. Неудивительно, что самым главным подарком, который ожидают учителя, являются не традиционные денежные премии, а благодарность учеников.